Добрый вечер, друзья, добрый вторник, добрый ужин в нашей компании. Светочка, скажи, пожалуйста, что за супчик вот такой? Это супчик из диких грибов. Говорят, а что называешь дикими? Ну, которые в лесу копчены. То есть не то, что они как-то одичали и вот ведут себя плохо. Хорошо. А давай ты, может быть, попробуешь? Да. Давай. Потому что одно дело видеть суп и не... Ты ходишь уже, чтобы вообще все слюной зашли. Но подожди. Нет, одно дело видеть суп, а другое дело видеть человека, который реагирует. Реально его ест. Давай, Светик, давай среагируй. Нет, ты меня извини, я не могу так реагировать по заказу. Ну, по заказу не надо, ты просто от души. От души давай. Это вкусный супчик. То есть одобряешь? Да. Друзья, если вот придется, значит, берите суп из диких грибочков. Да. А это, друзья, фруктовый супчик. Саша, что там внутри, скажи? А я не пробовал, что я не знаю, но они все вкусные. Ну ты заказывал бы. Из дыни. Это из дыни. Из дыни. Я вижу, давай так, я вижу дыньку, наверное, клубничку. И может быть это что, сметанка или... Сливки. Сливки или крем какой-то, или мороженое. Это уже сбитые сливки. Сбитые сливки. У нас Саша любит супчики такие фруктовые. Да, вот эта тарелочка вот горячая, а вот эта холодная. Удивительно, зачем ставить холодную на горячую. Но это, друзья, из секретов кулинарии мы не можем узнать таких деталей. Для тех, друзья, кто любит салатики фруктовые, есть салатики фруктовые. Вы вполне можете опознать, так сказать, фрукты, и чем-то они побрызганы. Какой-то помазкой. Да, йогурт, да, может быть йогурт, действительно, йогурт, может быть йогурт. Это, друзья, так называемый краб кейк. Юль, что там внутри? Краба. Ну, как краб. А почему же он кейк? Ну, сделан как котлетка. И считается, что как бы, ну, как пирог кейк. Понял. А вот зелененькое там такое, смотри. Вот это я не знаю, что. Может, горчица что-то, не знаю, что это. Ну, да. Как-то для горчицы очень ядовитый цвет. Не знаю, я могу попробовать, но очень... Васаби. Салат с оруголой. Да. Оругула вот этот похожий на сорнячок, вот этот вот. Вот это. Вот этот на сорнячок. Хороший. Вкусный сорнячок? Оно вкусное, полезное. Так, класс. А вот яблочко. Это яблочко чем-то? Орешки. Политое. Орешки. А, это груша. Груша. Да. Ну, да. И blue cheese. Ой. Я пытаюсь на запах вот такая. Сверху я парю над этим, но как-то вот запаха такого нет, как если бы, допустим. Ну, оно хорошо, полезно. Так, вот это, друзья, уточка копченая с мандаринчиками. Это апельсинчиками, мандаринчиками. Надо попробовать. Говорят, что очень вкусно, друзья. Друзья, это рыбка салмон с рисом, ну и всякими другими знакомыми вам овощами. Наверное, очень вкусно, смотри, подливочка такая. Ну вот, друзья, тоже блюдо. Значит, это официально называется тушенка. Тушенка. А, точно, какая сингапур-паста. Сингапурская паста называется. Ну, в общем, привет Сингапуру. Это, друзья, такое блюдо называется двойное мясное. Или там мясной дуплет. Как называется? Там... Забыл уже? Ребрышки и еще чего-то. Ну, он у Бори то же самое. У Бори то же самое. Так вот, у Бори. Боря, а ты знаешь, что там? А ну вообще, пока вот эта вот кашка похожа, знаете, на что? На что? Мамалыгу. Это, друзья, похоже на кусок курицы, но это только частично правда, потому что внутри там этот кусок курицы фарширован ветчинкой и еще чем-то. Могу... Котлеты по-киевски. Да, котлеты по-киевски, но я могу разрезать, показать. Вот, друзья, я разрезал и хочу вам показать. Вот там оно, значит, фаршированное. Вот, с сырком. С сырком. Обычная котлета по-киевски. Ну, Света говорит, что это обычная котлета по-киевски. Я, честно говоря, котлета по-киевски. Главное назвать красиво. Вот, друзья, принесли меню. Мне говорят, покажи меню, в конце концов. Действительно, вот десерты. Часто это меню десертное. Значит, обычно в меню есть цена, друзья. Но здесь цены нет. Почему цены нет? Потому что можете брать сколько хотите.
хоть все меню три раза закажите, вам принесут с удовольствием. Да, как бы это не, ну такая ситуация, когда просто бери что хочешь. А вот тут написано Espresso Beverages, напитки, да, экспрессо, капучино, латте, мока. Вот за эти надо платить. Они там стоят доллара 3-4. Вот, а здесь вот еще такие значки. Видите, написано gluten-free. Это вот пшеничка нарисована. Потом что-то у нас lactose-free. Так, и vegetarian. Видите, когда мы с вами смотрим, когда мы с вами смотрим, и тут видим значочки в меню, вот они как раз это и значат. Чего-то там gluten-free. Вот, пожалуйста, вот этот, не знаю, low-fat, strawberry. Окей, трюфель. Ну, в общем, тут значки такие стоят. Приступаем к заказу. Вот это, друзья, мороженое с вишенкой, нетронутое. Так, что это? Что это за... Шоколадная сенсация. Так называется, sensation, chocolate sensation. Мороженое с пирожком. А что внутри пирожка? А это, друзья, торт такой... Можно это сказать, типа мусса такого, да? Типа, ну не знаю, как типа желе? Торта. У нас официальное название у него тарт. Шоколадное. Желе такое. Это, друзья, что это было? Jaffa кейк. Jaffa кейк. С абрикоской. Или это мандаринчик? Мандаринчик. Я не вижу. Мандаринчик. Ну, друзья, кому что фантазия подскажет, то оно и есть. Светочка, что это на твоей это тарелочке? Это блюдо не нуждается в рекламе. Тут все да само какая, говорит реклама? За себя. Мы не рекламируем. Это очень красиво нарезанная дынька. Так. А потом этот самый ананасик, арбузик, еще одна дынька. А это чайный грейпфрут с виноградиком. Виноградик, я бы сказал, немножко такой, как говорится, мелковат. Ну, видно, у них такой он тут уже растет. Почти изюм. Друзья, согласитесь, что есть что-то демоническое в этом. Вот то, что мы видим. Да, и может показаться, что это только верхняя плоть, но клубники. Но это, собственно, все, что есть. Ну все, вот это вот